Наша передача посвящена тому, как пожарить картошку в полевых условиях. Для этого нам потребуется картошка, сковородка, ножик, ну и желательно лук. Самая первая ошибка, которую делают начинающие жарщики картошки, стоит в том, что лук жарят сначала. Поскольку картошка жарится дольше, чем лук, лук подгорает. Вот он у нас подгорел. Вот, да. Подгорел. Вот так и надо, конечно. Потом, как часто мешать? Сначала мешать надо редко, чтобы дать образоваться корочке. А с процессом прожарки частота перемешивания возрастает. В конце она уже доходит до постоянного перемешивания. Ну что еще нам требуется к картошке? Конечно, это овощи и водка. О, да. Ну, этого, конечно, мало. У нас больше нет. Да.